сразу первый вопрос. Вы кто? То есть вот как, если одним надо титром представить? Дипломат, охотник, художник, сибарит? Наверное, сейчас самое правильное было бы сказать кинодокументалист. Это было бы самое... Через запятую фотограф. Хорошо, значит, титр такой будет. Да. Кинодокументалист, запятая фотограф. Хорошо. И фотографии, и кино – это все африканская тема. Нет, почему-то. Это гораздо шире. Да? Гораздо шире, конечно. Угу. Так. Потому что и сегодня у нас в коллекции «Ястреб-фильм» насчитывается порядка 60 фильмов, которые мы сделали за 4,5 года. И там несколько коллекций внутри. Одна из них африканская, она была главная, первая и доминирующая, но к этому добавилась, скажем, сибирская коллекция о малых народах Сибири, азиатская, латиноамериканская, но есть охота и рыбалка тоже. Так что мы из штанишек Африки выросли давно уже. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».